Знаете, какая самая жесткая для России санкция? Это даже не экономическая. Это то, что Путин уже 3,5 года не принимает участие в заседаниях стран Большой Восьмерки. Когда-то мировые лидеры встречались и принимали вместе с собой Путина. Конечно, им было это не очень приятно, но они это делали. После того, как Путин аннексировал Крым, было единодушное решение его исключить из состава саммита Большой Восьмерки. Вот это для него самый большой и неприятный момент. Что, думаете, как выключили, так и не включить назад? Нет. Большую Восьмерку, я думаю, господину Путину не светит, пока он не вернет Крым и Донбасс.